Только не заворачивай, только один шаг. Чтобы она успела ногу подвести заднюю. Вот когда переходишь обратно в шаг, вот так руки свои приподнимай, затылок держи вверху. Ну, я себя подводил, ну, толкается, маловато, конечно. Вот сейчас было лучше, сейчас, на правую ногу. Вот шагай, пока она не выровняется, спокойно, чтобы не напрягалась, чуть расслабилась, она не должна дергаться, перехватывать. Шагай, выровняй, потом поднимаешь голову. Корпусом своим чуть-чуть плечами, вот загрузи зад чуть-чуть задом, чтобы она оттолкнулась от зада.